Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я рисую вот таких вот жирафиков. Пусть это будет мама-жираф и ее детеныш. Сегодня будет короткое видео. Так как я фоны не прорабатываю, все-таки мне нравится, когда фон какой-то однотонный, расплывчатый. Поэтому сегодня будет быстрый спидпейнт. Тем более и в смесях тут тоже ничего такого сложного нету. Для этого спидпейнта была использована бумага Палаццо 50% хлопка, акварельная краска Шинхан ПВЦ и Пинокс обычный. Базовый фон для животных я уже нанесла. Теперь я фон сделала и, соответственно, наношу отличительные черты жирафов. Это такие пятна. Какие-то поярче, какие-то потускнее. То есть, в принципе, в этом рисунке ничего сложного нету. А жирафик у меня немножечко побледнее, потому что он еще маленький и окраска еще так ярко не проявилась, как у его мамы. Поэтому он у меня светлее. Для цвета основного шерсти я использовала такие цвета, как желтый, оранжевый, жженую охру, ну, в разных сочетаниях. Для пятен у меня была использована краска Шанхан ПВЦ Ван Дик. Ван Дайк или Ван Дик. Кто как использует. Вернее, не кто как использует, кто как произносит. Прошу прощения, если неправильно произношу. А также, когда я пятнышки рисовала, я пропускала серединку и потом размывала ее. Потому что пятна неоднородные у них. И вот шкурка уже практически разукрашена. Осталось совсем чуть-чуть. Где-то тут теневые фрагменты я наношу. Сначала у мамы, потом у ее ребенка. Вот ушки тоже темные фрагменты. А осталось еще грива у жирафенка. Не знаю, как сказать, маленький жираф, жирафенок, наверное. И, в принципе, на этом такой спидпейнт будет закончен. Большое спасибо, что уделили внимание моему видео. Если видео понравилось вам, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все комментарии я читаю. Так что всем пока!